На Рижевском тракте легковушка влетела под фуру. Авария произошла накануне вечером. По одной из версий, водитель грузовика «МАН» проехал нужный ему поворот и на односторонней дороге начал двигаться задним ходом. Водитель Volkswagen Polo не смог сориентироваться и въехал под длинномер. В «Фольксвагене» ехала пожилая пара. От полученных травм водитель скончался на месте, его супруга, которая находилась на заднем сидении, госпитализирована.